Привет всем, с вами профессор Гуглов. И сегодня я вам расскажу о 50 неожиданных, интересных и смешных фактов. К примеру, сколько времени своей жизни человек стоит перед красным сигналом светофора? Каковы были критерии личной гигиены королевы Елизаветы? Или сколько детей на планете ежедневно отдают в роддомах не тем родителям? Три самых дорогих бренда на Земле в порядке убывания – Marlboro, Coca-Cola и Budweiser. Если капнуть на скорпиона алкоголем, он тут же сойдет с ума и ужалит себя до смерти. Ежегодный интернет-трафик растет на 314%. Каждый восьмой американец когда-либо работал в Макдональдсе. 70% всех проданных в мире лодок используются для рыболовства. 300 лет назад средняя продолжительность жизни египтянина составляла 30 лет. Во сне вы сжигаете больше калорий, чем при просмотре телевизора. В 1778 году в Париже было модно носить на женской шляпке громоотвод. Сельдерей содержит отрицательное количество калорий. На то, чтобы его съесть, нужно больше калорий, чем в нем содержится. В 18 веке английские игорные дома держали сотрудников, чьей единственной задачей было проглотить игральные кости в случае полицейской облавы. Первым продуктом, имевших штрих-код, стала жвачка в Ригли. В городе Калама, что в чилийской пустыне Атакама, никогда не было дождя. Российская казна на 10% пополняется из средств от продажи водки. 6 месяцев жизни человек проводит, стоя перед красным сигналом светофора. Первой бомбой, сброшенной союзниками на Берлин во Второй мировой, убила слона в зоопарке. Миг – единица времени длительностью в 0,01 секунды. Слово «самбо» означает «тереться пупками». Если нажать крокодилу на глаза, он немедленно разожмет пасть. Гудки большинства американских машин звучат в тональности фа-мажор. Термитов в мире в 10 раз больше, чем людей. По весу гамбургер стоит дороже нового автомобиля. Кетчуп вытекает из бутылки со скоростью 30 км в год. Диаметр звезды Бетельгейзе больше диаметра орбиты Земли вокруг Солнца. Объем Луны равен объему воды в Тихом океане. В американском штате Нью-Гэмпшир на номерных знаках чеканят лозунг «Живи свободным или умри». Номерные знаки делают местные заключенные. Кошка – единственное домашнее животное, которое не упоминается в Библии. Если бы человек прыгал как блоха, он мог бы перепрыгнуть футбольное поле. Королева Елизавета I считала себя чистюлей и заявляла, что купается раз в 3 месяца, даже если не запачкалась. Рекордная длительность полета курицы – 13 секунд. В Организации Объединенных Наций 6 официальных языков – английский, французский, арабский, китайский, русский и испанский. Сердце ежа бьется 300 раз в минуту. Если бы в Кока-Колу не добавляли краситель, она была бы зеленой. Первое переливание крови произошло в 1667 году. Врач Жан-Батист Дени перелил своему пациенту юноше 250 мл крови ягненка, после чего больной, как ни странно, поправился. Большая часть пыли в доме – отшелушившаяся кожа его обитателей. На каждом континенте есть город с названием Рим. Прославленный английский адмирал Горацио Нельсон всю жизнь страдал от морской болезни. Жуки на вкус похожи на яблоко, осы – на кедровый орешек, а черви – на жареный бекон. В 1830-х годах кетчуп продавали как лекарство. Ежедневно на планете 12 детей в роддомах отдают не тем родителям. Слизистая оболочка желудка обновляется каждые 2 недели. Самки льва приносят 90% добычи. Деньги делаются не из бумаги, а из хлопка. Самец непарного шелкопряда может почувствовать запах самки за 1,8 километров. Принц Чарльз увлеченно коллекционирует унитазные сиденья. Цена билета в кино в Токио дороже, чем в Мехико в 26 раз. Каждые 7 минут на планете кто-то получает растяжение бицепса бедра, занимаясь гимнастикой. Более 80% компьютерных взломов связаны с простыми паролями. Дуб не производит желуди, пока он младше 50 лет. Противокомарийные репелленты не отпугивают насекомых, а прячут от них вас. Спрей блокирует сенсорную систему комара, и комар не понимает, где вы. Профессору Гуглову на данный момент 34 года.
На этом у меня все. С вами был профессор Гуглов. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если не подписаны. Увидимся!